Всем привет, дорогие зрители. В этот раз я пришел в район Махмутлар. Тут продается в люксовом проекте 2 плюс 1. Продает друг. Минимальные квадратные метры тут 110 нетто. Я раньше снимал эту квартиру, цена была другая. Люксовый проект. Вся бытовая техника, мебель новая, как вы видите. Телевизор фирмы LG. Огромный балкон. Есть два балкона. Юго-западная сторона. Отсюда видно море. Вот. Глазами видно вот так. Видите, даже вот так. Вот. Балкон можно застеклить. Будет еще дополнительная комната, видно горы, отличная локация, расстояние до моря максимум 200 метров, максимум, 201 может быть, там 1 метр. Так, кондиционер фирмы Бека, Bosch холодильник, плита, вытяжка и духовка. Гранитная столешница. Есть вся инфраструктура. Я еще спущусь вниз и покажу вам всю территорию. Так что ставим лайк, подписываем на наш канал, пишем комментарий. С левой стороны у нас первая спальня. Тут минимальный квадратный метр где-то 13,5-14. Вот большой бассейн с горками. Здесь балкон второй. Там будет парк в будущем. Ага. Сейчас покажу вторую спальню. Кондиционер также фирмы Бека. Да. Хорошая прихожая. Здесь у нас главный санузел. Душевые кабинки в санузлах большие. Это первый санузел. Сейчас второй тоже покажу вам. Вот. Вытяжка тоже есть. Это у нас родительская комната. Шортики в подарок. Вот здесь как минимум 15 квадратных метров. Полезная площадь от стены до стен. Может быть и больше. Это второй санузел. Такой. Тоже душевая кабинка большая. Окошко. Все, дорогие зрители, сейчас спускаюсь вниз. На этаже 5 квартир, 2 лифта вызовем. Видите, какое-то освещение. Качественного застройщика проект. 2 лифта. Единственное. Спустимся, панорамные окна. Здесь лобби. Охрана, видеонаблюдение 7 дней, 24 часа. Айдат у этого проекта годовой 950 евро, дорогие зрители. Сами там разделите на 12 месяцев. 60 евро, что ли, чем? Здесь детская игровая площадка. Наверху открытая парковка, там останавливайтесь, спускайтесь вниз, на собственной территории. Здесь зона барбекю, то есть зона отдыха, есть также зона барбекю снаружи, фитнес-зал, буду снимать. Кинотеатр есть, душевые кабинки, санузлы, крытый бассейн.
Сауна, все работает. Здесь турецкая баня, не знаю. Ага, работает, тепло внутри. Там VIP комната. Район Махмутлар. Сауна. Ой, горячо. Солевая комната. Здесь что? О, римская парная. Не знаю, надо как-то включать здесь. Итак, дорогие зрители. Цена квартиры 250 тысяч евро. Крайняя цена. Напрямую знакомлюсь со своим другом. И идем делать сделку. Район Махмутлар. Проект сдан в 2022 году. Новостройка. Одна из люксовых проектов этого района. ВНЖ пока не можете получить по этой квартире. Всем желаю добра, здоровья, благополучия. Ставим лайк, подписываемся на наш канал и пишем комментарий. Пока-пока.